Он, как всегда, в гордом одиночестве. Почему ты не идешь к ребятам? А что мне там делать? Фокусы показывать или танцевать? Это было бы неплохо, но ведь ты не умеешь ни того, ни другого. Это верно. Ну, пойдем, снизойди до нас, простых смертных. Нет, не пойду. Саша попросит заняться с ним палеонтологией, а вокальный квартет задаст 1000 вопросов сразу по всему курсу. Надоело. Ты мне такой не нравишься. Жаль. Но я еще тебе понравлюсь. И другим тоже. Буду рад. И уж если быть откровенной до конца, я в тебя верю. Вот, например, вдруг бы меня спросили, кого из друзей я считаю самым решительным и смелым, я бы назвала тебя. А я бы, пожалуй, не смог назвать ни одного. Среди моих знакомых нет ни решительных, ни смелых. Возьми с собой мои бусы. Куда? В горы взять? Да, если не меня, так хоть бусы. Мне почему-то хочется, чтобы они остались в горах. На самой вершине горы Лыдага, если вы туда доберетесь, хорошо? Знаешь, чего ждать следующую минуту? Меня это не может ни напугать, ни остановить. Но я ведь не один иду туда. Как они. А что они? Не будем ничего предрешать. Я доберусь до вершины и оставлю там твои бусы. Это вы пойдете на Горлыда? Да, а что? А кто с вами? Один фокусник, другой лирический тенор. Без шуток. А я не шучу, понимаете, они вроде принудительного ассортимента. Здорово. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Курбанов. Александр Быков. Тофик Ализаде. Очень рад. Здрасте. Альпинисты второго разряда. Пока второго. Просим всех вновь прибывших собраться на нижней террасе. Вот что, ребята. Повторяю. Просим всех вновь... День на проверку снаряжения, медосмотр и отдых. К западной площадке поднимается весь отряд. Там разбивается базовый лагерь, устанавливается контрольный срок возвращения, а дальше уходят трое вместе с Фарамазом. Спортивный у старика вид. Господи, боже мой, где ж такого откопали? Ничего, подобрал проводничка. Альпинист с головы до ног. Он свалится в пути. А мы заставим Кемили его тащить. Он ведь давно жаждет приключений. Мы будем тащить его по очереди. Если хочешь, я свою уступлю. Почему он у вас так странно одет? Да, по-моему, это его дело. Но что действительно странно, это то, что вы смеетесь над стариком. Вы плохо воспитаны, молодые люди. А он прав, этот чудак. Так что же это выходит, а? До базового лагеря с детским садом, а дальше без проводника с двумя новичками. Mm-hmm.
той пещере можно сделать привал. Зачем тут останавливаться? Всего час пополудни. Вечером мы доберемся вон до той вершины. Вот я и говорю, отдохнуть надо. Чего вы стоите? Пошли. А я тоже за то, чтобы немножко отдохнуть. Приготовим обед, поедим. Я бы спокойно послушал радио. Выпил чашку кофе, закурил папиросу. Какая идея, какая идея, какая идея. Отдохнуть. Отдохнем. Это решать буду я. А я решаю так. Идти ко второй вершине. Тофика ушибла. Глотни. Помогает при испуге. Тут пустяки остались. Ну? Смотри, какой ты внимательный. Но со мной все в порядке. Камиль, он очень горячий. Я еще днем заметил, когда лимонным соком его поил. Он заснул? Угу.
Надо было пораньше встать на ночевку. Теперь зато одним переходом меньше. Так он все равно не может двигаться. Ах, не может? Его дело. Что ты на меня уставился? Иди лучше разбуди нашего старца. Скажи, кушать подано. Его здесь нет. Вот он я. Я тут рядом был. Снега много намело, я его отгреб, а то не войти, не выйти. Держи. Ты сюда часто поднимался? Нет, не особенно. Однажды Абалакова сюда приводил, старшего. Как-то двух англичан и Жапаридзе. А войну наших разведчиков сюда водил. Мы с Фатьмой водили. Слушай, дед, а ты случайно не был проводником у Александра Македонского? Нет, я такого не знаю. Я тоже с ним знаком не был. Извини, дедушка, я не хотел тебя обидеть. Я же, в общем, очень добрый парень. Вот хоть спроси у моих друзей. Не спрашивай, дедушка, не спрашивай. А то вдруг еще что-нибудь не то услышишь. Между прочим, я часто слышал и про Балаковых, и про Джапаридзе. А вот кто такая Фатьма? Фатьма? Это моя жена. Послушай, Саша, утром отведешь в лагерь больного, а мы с проводником двинемся вперед. Нет, он поправится, и мы все пойдем вперед. Я не хочу ждать. Я никого не обязан ждать. Тебе нельзя было доверять людей. Почему? Здоровых можно. Не волнуйся, Кемель. Я почти здоров. И не собираюсь тебя задерживать. Мы пойдем все вместе. Не знаю, как кто, а я больше всего устаю вот от такого наклона. Кажется, это не самое трудное, а очень изматывает. Да, это не самое трудное. О чем задумал, чемпион? О женских бусах. Сколько, по-твоему, весят обыкновенные женские бусы? А из чего они сделаны? Из чего? Из стекла, я думаю. Ну, граммов 100, 150. А кажется, что полпуда. Вот теперь я верю, что мы дойдем до вершины. Ждать надо. Горлыдак заволакивает. А чего ждать? И сколько? Домой надо идти. Утомился? Вернуться в лагерь хочешь? Возвращайтесь, я иду один. Нельзя одному. Я за тебя отвечаю. Тогда иди за мной. Я знал, что вы у меня грузом повиснете на шее. Все трое. Так идете вы или нет? Напрасно рискуешь. Ничего, рискнем. Саша, Тофик, я жду. Ничего, мы в другой раз выслушаем твои соображения. Побыстрей. Thank you.
Вот тебе и старик. 100 очков вперед каждому даст. Ну, положим, не каждому, а тебя и Тофика обгонит. Парень, я жалею, что взял его. Как ты думаешь, что о нас напишут в газете? Что напишут? Камиль Саламов и его подвиг. Так, высшей категории трудности. Далеко видно, да? Еще бы. Я вижу горы. Хребты, крутые скалы. Ты можешь не верить, но, честное слово, я вижу Баку. А главный вестибюль института ты случайно не видишь? Да при чем тут вестибюль института? Где же может еще висеть портрет? Чей портрет? Одного отважного парня, которому пришлось на своем горбу вытаскивать незадачливых попутчиков. Отважный парень, разумеется, ты? Хочешь, чтобы о тебе говорили? Слушай. Ты ради этого сюда пошел? Нет, что ты, как можно? Я шел с другой целью. Главным образом ради Мациона. Эх, Сашка, наивные вопросы задаешь. То, что внизу, сынок, говорят громко, на вершине говорят тихо. Так-то. Спускаться надо
опять крутить начинает. Ему совсем плохо. Дай флягу. Давай, давай. Ты мог, ведь ты нас всех предупредил, чтобы мы были в очках. Черт возьми, глупейшая история. Очень больно. Больно. Очень. Тысячи горящих точек. Так и скачут. Кемиль ничего не видит. Он не может спускаться. Идите, я догоню. Никто никуда без тебя не пойдет. Нет, вы пойдете, я вам приказываю. А недовольны ли приказов? Хорошо, я вас прошу. Опять в позу становишься. Я не ждал больного Тофика и не хочу, чтобы ждали меня. Вот и вся поза. Тебе нельзя было доверять людей. Почему? Здоровых можно. Я не хочу ждать. Я никого не обязан ждать. Не волнуйся, Кемиль. Я почти здоров. Я почти здоров. Возьмите Тофика и спускайтесь. Мы возьмем Тофика. И возьмем тебя. И спустимся все вместе. Держи. Держу. Держи. Держу. Держи. А между прочим, дедушка Формас, что это ты наверху с четкими колдовал? Обряд у вас такой, что ли? Нет, почему обряд? А что же? Любопытный ты какой. Не любопытный, а любознатель. Любознатель. Ну так что ты с ними делал, а? Одну бусинку снял и оставил. Сегодня годовщина нашей свадьбы с Фатьмой. Раньше она в этот день снимала бусинку, но ее нет. Уже 17 раз я это сделал сам. Красиво. На легенду похоже. Да, о верности, о бусинках, память любви. Что случилось? Ты что-нибудь потерял? Нет, не потерял. Забыл. Тебе уже лучше? Пройдет. Ничего страшного. Почему так трудно из тебя вытянуть хоть одно слово? Не знаю. Мне с тобой молчать хорошо. Я думала, что они наверху. Отдай. Отдай сейчас же. Не надо сердиться. Ты знаешь, что мы сделаем? Мы будем снимать по бусинке. По бусинке в год. И так много лет.